образования для студентов, а настоящая тусовка. Здесь сегодня не протолкнуться. Что предлагают, сейчас узнаем. Пришел я сюда для того, чтобы узнать, чем, так сказать, помимо учебы занимаются люди, и что-нибудь присмотреть для себя. Заинтересовал меня профсоюз. Думаю, и тушение лесных пожаров, и помощь при наводнении. Тут как бы более обширно все собирается. И вот тут можно больше приобрести знаний, как бы общение с новыми людьми. Сделать для себя новые открытия. Пригласить еще кого-нибудь, чтобы тоже этим занимались. И не бездельничать. Здесь больше 30 организаций. Заняться тут можно воркаутом, фотографией, танцами. Можно пойти в автошколу, быть донором. Еще здесь есть волонтерские движения, клуб интеллектуальных игр, а также можно заняться и просто КВНом. Мы общаемся с людьми, говорим, что мотивируем их всячески. То есть это так оно и есть, что каждый из присутствующих, интересующихся людей нашим движением могут стать известными людьми. Научим вас писать шутки и подавайте. Это профсоюз, это профсоюз. Работаешь, не хочешь, но ходишь в профсоюз. Это профсоюз, это профсоюз. Такую атмосферу создают студенческие педагогические отряды, в общем, наши общественники, ребята. Такая площадка нужна для студентов, ребят, которые только приехали, поступили, чтобы ребят во внеучебное время не потерялись и нашли дело по душе. У нас очень весело. Огромное количество мероприятий, мы даже порой не успеваем передыхать. А конкретно в октябре мы ездим на слеты в другие регионы, выезжаем во всероссийские детские центры. То есть наши бойцы, они никогда не стоят на месте. Учебе не мешает? Ну, конечно, чуть-чуть мешает, но все-таки мы ставим приоритеты так, чтобы ребята успевали и учиться, и работать, и участвовать в мероприятиях. Сегодня на мероприятии побывали около 1000 студентов. Здесь можно было не только от души повеселиться, но и выбрать себе занятия по душе. Кристина Снина, Борис Бальчинов, телекомпания «Арикус».